Каждое утро я начинаю с повторения кибонму. Кибонму не исполняют на концертах. Это базовый танец, пришедший к нам из глубины веков. Даже опытные танцоры с многолетним стажем начинают тренировки с кибона. Из движений кибона, как из кирпичиков, складывается неповторимый корейский традиционный танец. Видео с кибонму – первое учебное видео, которое сделала для нас наша учительница. Мы бабушки, и мы первые стали соблюдать режим самоизоляции. До того времени, как мы научились и стали проводить репетиции в Skype, целый месяц кибонму помогал нам не потерять те навыки, а это в нашем возрасте запросто, которые мы приобрели за 7 лет существования ансамбля. Ансамбля «Арыми» Корейского культурно-просветительского центра «НАН». 7 лет. В нашем возрасте, когда дни вдруг полетели с космической скоростью, эти 7 лет замедлили бег времени, наполнили нашу жизнь новыми впечатлениями и событиями, открыли нам богатый мир корейских традиционных искусств. Одно из самых ярких событий в 7-летней истории Арыми – стажировка в Центр традиционных музыкальных искусств Гугак на острове Чиндо. На мой взгляд, Гугак-центр – практически идеальный инструмент для сохранения культурного наследия и продвижения национальной культуры в мире. Футуристический кампус в уединенном месте в горах над океаном, 2 гостиничных комплекса, отдельный корпус для репетиций, административный корпус со столовой и офисными помещениями, гостиница для учителей с локальными репетиционными залами и современный по архитектуре оснащению театр, в котором проводятся бесплатные концерты традиционных корейских музыкальных искусств. Корпуса располагаются в живописном парке с экзотическими растениями, есть спортивная площадка, открытый амфитеатр и ошеломительный по красоте вид на океан. «Вы никогда уже не будете танцевать, как прежде, после учебы на Чиндо», — такими словами провожала нас, питерских корейских бабушек, первый директор и основатель центра НАН Ли Наталья Ингиковна. А принимали на Чиндо нас по рекомендации Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге. 2 недели полного погружения в мир корейской народной музыки. 2 трехчасовых занятия в день с суперпреподавателями центра. Негромкая корейская музыка из динамиков на улице. Отличная сбалансированная корейская еда. Тематические экскурсии. Я здесь счастлива. Под этим эмоциональным высказыванием одной из нас подпишется каждая из бабушек Арыми. Не скрою, нам было нелегко. На 3-й день у всех было ощущение, что мы не поднимемся и не доберемся до репетиционного корпуса. Но мы не уронили чести наших учителей и вместе с молодежью из ансамбля «Саун» выступали с танцем «Хянбальму» на отчетном концерте. Каждая из нас получила сертификат о прохождении обучения в Национальном центре традиционных музыкальных искусств Гугак Республики Корея. В Санкт-Петербург мы вернулись, горя желанием исполнить танец с хянбалями самостоятельно. Через год ансамбль «Арыми» исполнил хянбальму на самом крупном городском событии, посвященном Корее – Корея-фестиваль 2019. Хянбали – это маленькие ударные инструменты в виде металлических дисков с резинками, по паре дисков на каждую руку. Танцовщицы аккомпанируют себе в такт с музыкой. Для нас, танцующих бабушек, это была новая и интересная задача. В нашем репертуаре хянбальму меньше года, но у него уже богатая биография. Одними из первых танец увидели наши подшефные из дома престарелых Покровской обители. Он находится в 120 километрах от Петербурга, в уединенном месте на берегу Финского залива. Каждому концерту в обители мы стараемся приготовить что-нибудь новое. На этот раз это был танец с хянбалями. Хянбальму – сравнительно молодой дворцовый танец времен государства Чосон. Сохранилось описание танца в сборнике королевских протоколов 1901 года. Мы исполняем этот танец в современной постановке госпожи Хон По Хи, преподавателя Гугак-центра. Особым для нас было участие в главном празднике петербургской корейской диаспоры «Салаль», ведь среди публики было много наших знакомых и родственников. Волнений было много. Но и реакция зрителей была благожелательной и эмоциональной. «Нежный облик весны» – так назывался цикл лекций в главном лектории Эрмитажа, посвященный корейской женщине в искусстве Кореи. Это было совместное мероприятие музея «Эрмитаж», Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге и нашего центра «НАН».
Хенбальму в исполнении Арыми иллюстрировал лекцию «Живописец Син Юн Бок и его утонченные красавицы». Трудно было предположить 7 лет назад, что наша группа здоровья превратится в ансамбль традиционного корейского танца, что 10 бабушек с разной судьбой и наша молодая учительница станут одной семьей, что корейские танцы займут такое огромное место в нашей жизни. Каждый корейский традиционный танец – это уникальная история. В следующих выпусках мы расскажем вам эту историю. До новых встреч, друзья!